Так, я вас приветствую, дорогие друзья. Мы сегодня на сайте Force Drop. И мы сегодня попробуем открыть какой-нибудь кейс, а может и два кейса, только на другом сайте, потому что у меня больше не остается денег. Вот тут вот у нас хоть штучку мы можем выбить за 10 рублей. За 10 рублей можем пооткрывать. Но сейчас мы посмотрим, сколько тут чё пацанам выпадает. А пацанам то говно, то хорошо. Оп, кто-то это убил огненный. Так, ну ладно, идем на риск. Что же я получу в этом кейсе? Тут много чего я могу выбить. Ну что ж, открываем. Ой, давай, давай мне что-нибудь хорошее, ну пожалуйста. Дай мне что-нибудь дорогое. Умоляю тебя. Тра-та-та. Тра-та-та. За 12 рублей. Ладно. Ну хоть негев. Тра-та-та. Забираем, тра-та-та, вот мне вот эта вот штука выпадала, особая заставка, 290 рублей, ебать, я тогда охуел. Так, отправили мне. Но, пока. А, типа, я уже забрать должен, ну что ж. Сейчас я заберу. Ну что ж, я уже там принял в Стиме свой сюрприз. Вот сейчас вот я вот тут вот покрутил, у меня все три раза подряд вон, получил я подарок. И, короче, давайте же мой подарок поиспользуем. У меня три подарка, мы можем выбить какую-нибудь игру. Это Random Key. Вот мы сейчас на этом сайте еще зайдем там на открытие CSGO кейсов. А сейчас попробуем выбить какую-нибудь игру. Блин, а ни на какую попытку не получилось. Ну ладно. Так, кейс CSGO. Сейчас хоть загрузит кейс CSGO. Так. Вот я, в принципе, на этом сайте. Мне тут осталось 22 рубля. Если, конечно, мне сейчас не зажмотничает армейское оружие, то на выпаде чуть... Ну-ка, давай, ну, пожалуйста, ну, откройся. Блин, на! У вас все время кейс временно недоступен. Вы задолбали. Сейчас вы смотрите, вот все самое дорогое. Вот сейчас вот открывают люди и все. И все. Стоп, что? А я почему не могу открыть? Ну что ж, окей, ладно. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тутенпаут. Кстати, сейчас покажу. Вот, приехала наша штучка. Вот она, тра-та-та. Внешний вид. После полевых испытаний можно продать за 12 рублей на торговой площадки коллекции Sports 2014 Summer. Короче, скоро, наверное, будет стоить она дорого. Вот эта вот штучка вообще охреневая выпала. Еще я вот сюда наклейку наклею. О, 351 рубля! Прикиньте, уже 351 рубль стоит. Продано 15 за последние 24 часа. Вот она дорожит, а. Смотрите, какую штучку имею. От
351 рубля. За это надо ставить лайк. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Всем пока.